Вещами путь украшенный до смерть, мы оккупированы сонмом безделушек. Они на нас и с нами вместе спят, спасая тело, иногда и души. Уже привык и жился благодарно, без них за шаг замерз бы и погиб. Иной настолько шушерой затарен, и молится, поет богатству гимн. Не порабощайтесь слугам и рабам, пусть береженные не ждут иконостас. Своих намоленных за деньги не отдам, пожар и вор легко в утиле их сдаст. Есть охраняющие, к телу прилипает, и отдаленное, воспользуясь так редко. Любовь оправдана к вещам, и есть слепая, и иногда не рад, что на развилке встретил. Ненужное пылятся, моль жует, выскакивает нехотя из моды. Вот иномарка, словно кашалот, презрение с завистью на заграничной морде. Какой бы вещью я хотел бы быть, служить для близких, знаемых, домашних, сосудом, из которого им пить, губами был возлюбленный украшен, и рукомойником ей омывать лицо, пусть дольше покрасуются ланиты, и ложкой быть по полной черпать сок, на кухне при стряпне неплохо быть бы ситом. Служил бы простыне и теплым одеялом, под бок меня с любовью подтыкало, чтоб посторонний глаз своих не пялил, когда в ночнушке руки разбросала. Неплохо быть гребенкой или мылом, детишкам послужить ночным горшком, быть домом теплым, гостеприимно милым, и псом на недругов быть очень хорошо. 24 ноября 2005 года.